Приветствую вас, и прежде всего мне хотелось бы сказать следующее. Мужчина, как вам правильно сказали, играя в компьютерные игры и смотря фильмы, он как бы бежит от своих проблем. Но, понимаете, в чем дело? Вы ведь живете вместе 5 лет, а началось это только год назад. И, значит, именно год назад что-то изменилось, что-то произошло, после чего мужчина для себя выявил, ну, такой вот выход из ситуации. Так вот расслабляться. И если вы хотите сохранить с ним отношения, то сперва нужно попытаться понять, а что произошло вот тогда, год назад. Что так сильно повлияло на мужчину, что он начал увлекаться играми, увлекаться фильмами и так далее. Почему человек начал с вами общаться холодно? Почему для него вы перестали что-то значить? Возможно, между вами произошла какая-то недопонятка, какая-то ссора, какая-то неточность возникла. Нужно обязательно постараться вспомнить, что было тогда, в то время. И после этого выработать возможные варианты, которые вот могут быть в данном случае, и постараться эти варианты с мужем проговорить. Также вам следует сделать следующее. Вы здесь, в своем сообщении, как бы разрываетесь на части. С одной стороны, у вас позиция обвиняющая, с другой стороны, у вас позиция понимающая. Вам необходимо определить, что для вас, вообще говоря, важнее. Вот что для вас ближе. Позиция по защите своих интересов или позиция по защите интересов мужчин. То есть, ну, вам самому необходимо определиться. Возможно, проще будет определиться, если вы попробуете проработать проблемы, которые стали основанием для текущей ситуации. То есть, понять проблемы и попытавшись решить их с мужем. А это с первого раза не получится, потому что мужчины тяжело идут на контакт и на обсуждение того, что их волнует. Но тем не менее, если вы определите проблемы, постарайтесь решить их с мужчиной, увидите реакцию мужчины на эти проблемы, увидите его отношение к этим проблемам, почувствуете его желание или нежелание их решать, возможно, поймете, почему у него есть нежелание, например, их решать. И вот в зависимости от ответов на эти вопросы вы сможете определиться со своими приоритетами. И в зависимости от ваших приоритетов вы будете направлять свою деятельность. Если приоритет будет в пользу мужчины, то вы будете стараться изо всех сил помочь ему в решении его проблем. Там оформление гражданства, поиск постоянной работы, все вот это вот вы ему поможете. В этом во всем вы ему будете стараться помочь. Если ваш выбор и приоритет будет сделан в пользу все-таки ваших интересов, его необходимо поставить перед фактом мужчину. Сказать, что проблемы ты решать не хочешь, ничего менять ты не хочешь, а меня это не устраивает. Поэтому вот тебе там срок, допустим, полгода или
Выберите другой срок, который вы считаете более приемлемым, и скажите, что если в течение этого времени ты ничего не изменишь, ты не будешь больше уделять мне внимания, то я с тобой расстанусь. Просто потому, что я не чувствую себя женщиной, не чувствую себя любимой и так далее, и так далее, и так далее. И вначале мужчина, возможно, отнесется к вашим словам, ну, несерьезно. Но если вы будете последовательно продвигать эту позицию и будете доказывать поступком человеку, что вы действительно не отступите от своего решения, возможно, это простимулирует его что-то изменить. В том числе и проявит, или наоборот, опровергнет наличие зависимости от компьютерных игр. И, соответственно, если зависимость будет, то ее необходимо прорабатывать, от нее необходимо избавляться. Как? Ну, тут нужно учитывать множество аспектов, например, что мужчина получает в играх, в какие игры он играет, чего ему не хватает. А дальше привычка, точнее, отвыкание от привычного алгоритма выражения своей энергии, поиск других способов выражения этой энергии, реализации ее, поддержка человека, собственно говоря, и активное занимание его чем-либо другим. Следует отдельно отметить, что без желания человека самостоятельно избавиться от зависимости, без вообще желания личного избавиться от нее, вот ничего не получится, потому что вы будете биться тогда, получается, в закрытые двери и делать что-то против желания человека. А без этого ни один способ по избавлению от зависимости не сработает, тем более от зависимости чисто психологической, без элемента физического, так сказать, без элемента физической привязки. На этом все. Если мой ответ понравился вам, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Если вопросы какие-то остались, обращайтесь в личку, помогу.